если ребенок не задышал, нужно сделать сердечно-легочную реанимацию. Делаем полную сердечно-легочную реанимацию. Если он не задышал сразу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. В клетках перекись водорода содержаться не должна в живых. Соответственно, если клетки живые, то они будут реагировать на перекись и шипеть. Попыткой ее разрушить. Соответственно, перекись разрушается за счет ферментов в живых клеточках на воду и на кислород. Поэтому вот поднимаются пузырьки. И обратите внимание, хоть картошечки было одинаковое количество, здесь и здесь, куда чуть меньше, реакция намного более бурная. Знаете почему? Потому что она порезана и больше обволакивается перекись. Да, больше клеток мы подвергли реакции. Филиал МАГУ в городе Кировске возобновляет обучение по специальности обогащения полезных ископаемых. Уже со второго курса студенты трудоустроены на фабрике и продолжают обучение по индивидуальному учебному плану. 2017 год. В Хибинах стремительно развивается туристический кластер. Срочно нужны специалисты. При поддержке кировского филиала АО «Апатит» Терем готовит менеджеров отелей и горничных, а в 2020 году 100% выпускников этой специальности были трудоустроены в компанию. 2018 год. На кировском руднике была внедрена новая технология дистанционного бурения глубоких скважин. Нужны новые компетенции. В Тереме по инициативе руководства АО «Апатит» стартует проект «Фасагра Digital Meetup», где студенты учатся использовать чат-ботов для решения задач компании «Фасагра».